Всем привет, Санчану, и я нахожусь в игре Everland. Сейчас мы будем проходить это на легком режиме. Давайте вспомним эту игру, монахиню. Особенно один. Сейчас я кое-что напишу. Вот, например, я Чану Вова, я буду хорошо себя вести. А что если я жопа коня, Тимур? Я жопа коня, Тимур. И, кстати, это... Я его хочу сегодня проучить. Что ж такое? То, что у меня кнопка не работает. Сейчас переверну. Ну-ка. Теперь я понял. У меня кнопки не работают. Ха, нормально. Жопа коня, Тимур. Просто посмотрите на это. Вот написано. Я жопа коня Тимуру, и я буду хорошо себя вести. Ну ладно, шучу. Не буду я же в таком нике играть. Ну нет, конечно. Я не буду в таком нике играть. Вот так, Чану Вова. Это будет намного нормальнее. Я просто решил проучить своего друга. Посмотреть на его реакцию. Посмотрим, что он мне напишет. Он мне напишет на 100%. То, что ты чё охренел? Это будет угарно, пацаны. Ладно, давайте проходить. Побежали со всех ног, со всех ног, со всех, со всех, со всех ног. О, маленький кабель. Нельзя попадаться мне на глаза монахини. А то у меня кирдык будет. Блин. Я на легком режиме играю. В смысле? Не понял. Ладно. Побежали. Мы, кажется, мы на легком режиме играем. И сегодня мы будем убегать там, где крокодил. Огромный и страшный. Побежали, побежали со всех ног. Со всех ног. Ну, кстати, Тимур меня сегодня обзвал, и я его решил поручить. Я написал «Жопа коня Тимур». Не, мне, если что, жалко своего друга. Я просто не виноват, что я такое сделал. И я решил искупить свою вину, и решил это Чану Вову написать. Не буду я же с таким ником играть. Да? Короче, ладно. Кто открыл ворота? Бежим. Побежали, побежали со всех ног, со всех ног.
Готово. Побежали, побежали со всех ног. Да что ж такое? Да. Горло у меня будет так и бесконечно болеть. Не, не бесконечно. Конечно же, мое горло. Ой, блин. Тьфу ты, ё-моё. Ну, вы поняли, что я ей показал. Ха-ха-ха. Пошла она нафиг. Кто-то приехал. Побежали, побежали. Попробую так. Ой-ой. Да ё-моё, вы издеваетесь. Давай-давай, догоняй, монашечка, какашечка. А что, не можешь меня поймать? Ой-ой-ой-ой-ой, какая она медленная. Ладно. Блин, она угорает. Ага. Беру эту чучелу. И засуну куда-нибудь эту чучелу подальше. Побежали. А то я не хочу этом умирать. Хотя, в принципе, я и так не умру. Но вот попадание точно. Да что ж такое? Так, тут лом. Ну, лом тут у меня попозже пригодится. Побежали со всех ног. Так, это сундук, змея, этом кувшину облака, ага. Надо решить мне эту загадку. Хотя я и, в принципе, и так немножко помню. Но если что, это воспоминания. Ага, переключатель. Беру переключатель. Готово. Бедный крокодил. Где? Ой-ой. Вот чёрт. Тьфу ты, ё-моё. Ой-ой-ой! Ага, пошла в баню. Да блин! Надо бежать. Побежали. Так, берем лом. Да ё-моё, где? Где? Да блин! Вы чё, угораете? Она чё, угорает? Да как она меня так видит? Чё? Да. Так. Ха-ха! Пошла она нафиг. Бежим со всех ног. Как побыстрее. Блин. Бежим со всех ног. Сейчас мы подразним крокодила. Ладно, все равно он знает то, что он сломает.
Так, а вот это мне как раз нужно. Ой, ты. О, это монеты. Черт. Кажется, я этого крокодила не на шутку разозлил. Сейчас исправим. Сейчас исправим эту ситуацию. Где? Да... Вы угораете! Вы угораете! Она угорает! Черт. У меня последняя попытка. Если я его простираю, я умираю. А я не хочу умирать. Были бы тут ловушки, я бы их использовал. Бежим. Бежим со всех ног. Да. Блин, пацаны, мне надо быть тише мышь. Тише мыши. Лучше я буду ходить по-тихому, чтобы она меня не услышала. А то я не хочу, чтобы она меня прикончила. Тупо прикончила. Побежали со всех ног, со всех ног, со всех ног. Ой, мне туда надо идти. Блин, она угорала. Моя последняя попытка. Я не хочу сдохнуть. Да что ж такое? Ага. Блин, я не хочу дразнить этого крокодила. Вот черт, он на меня напал. Бе-бе-бе. Он багнулся? Чё-то не верю, чтобы он мог багнуться, блин. Да он угорает! Надеюсь, этот крокодил тупорылый. Я не хочу, чтобы он меня растерзал. О, а что это? Монета? О, канистра с водой. Ничего себе. Ёб твою дивизию! Он угорает! Это вообще как понять? Насколько он может не угорать? Да ну его в баню! Он меня так прикончит за пару секунд. Да ну его в баню. Он меня так за пару секунд меня так прикончит. Надо эти загадки на изи решить. Ну вот как. Фух. Так, что у меня там было первое? Вон оно. Тут облако, это у нас один. Солнце, это два. Рубашка, это три. А, футболка, так. Змейка, это четыре. Сундук, это пять. Капля, это 6. Так, это 7. Это 8, это 9. И как мне определить? Так. Так, 1, 2,
три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Здесь никто не будет угорать, если я туда залезу. Ой, да блин, мне нельзя замедливаться. Так, раз, два. Сундук, это у нас... А, это пять. Так, змейка, это у нас три. Или... А, нет, это четыре. Так, это... Так, надо мне еще раз посмотреть. Так, сундук. Этого не может быть. Надо перепроверить сначала. Так, это у нас это... Сундук. Так, сундучок, сундучок. Где ты, мой миленький? Ага, это пять. А это четыре. Значит, я все правильно делал. Так, 8 и 1. Да. 8, 1. Да ну. Да ну, в баню. Я реле это решил? Ничего себе. Это жесть. Так, ладно. Все, пора брать себя в руки и валить. Ой-ой. Ой! Пошел в баню. Так, ладно. Берем канистру с водой. Бежим. Да блин. Давай, блин, быстрее. Да. Да, прошли. Да, все, давайте будем на это заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока.